Губернатор Камчатского края уделяет особое внимание развитию индустрии туризма и гостеприимства на Камчатке. Задача, которая стоит перед нами, это создание 10 тысяч рабочих мест туристской отрасли Камчатки к 2025 году. Новая форма поддержки очень актуальна. В последнее время спрос на отдых путешествия на Камчатке растет, мы ожидаем его увеличения. Новая форма льготного кредитования привлечет новых инвесторов, позволит спланировать создание качественных гостиниц, санаторных и многофункциональных комплексов, включающих гостиницы.